Могу на рабочий стол перекинуть, соответственно, 0,1, 0,2, 0,3, вот эти ага. Правильно, да? Я на них нажимал, да? Ну, можно, можно сделать, если что, на рабочем столе. Вот они. Все, я так могу быть стол сейчас перекинуться. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы с вами переходим к живому театру, поэтому мой разговор будет несколько более напряженным. И начать я его хочу с театрального символа сегодня, потому что в Москве, в Большом театре, недавно была впервые после премьеры показана постановка оперы Чайковского «Мазепа», которая в наши дни может звучать очень остро. Это спектакль, который был поставлен в прошлом году. Его премьера была в июне в Большом театре. Постановщик Евгений Писарев, художник Зиновий Марголин. И Зиновию Марголину удалось создать определенный символ нашей сегодняшней жизни. И это тогда уже бросалось в глаза, но сегодня оказалось особенно острым. Первое действие решено в эстетике XVIII века. Мы видим украинских девчин в пышных, больших, пестрых венках, парубков в широких штанах, танцы, песни, и только возникает конфликт между Кочубеем и Мазепой. Мы как будто видим такую дружбу народов. Второе действие переносит нас в начало XX века. Это Первая мировая война, это гражданская война в России. Это тюрьмы, это пытки, это казни, это выстрелы. И это тоже наводит нас на размышления. А последнее, третье действие – это сегодняшние дни. В первом действии в качестве заставки мы видели колосящееся поле, солнце, цветущую жизнь. Здесь то же самое поле, но оно выжжено. На нем, и когда шла интерлюдия с Полтавской битвой, мы видели взрывы, мы видели солдат, которые шли по экрану, и это тоже наводило нас на размышления. Здесь мы видим выжженное поле, на нем горят сожженные дома, мы видим брошенный автобус мародеров, которые раздевают трупы, и в конце
колыбельная Марии могла бы служить как бы мирной, мирным концом всему происходящему. Это был эпиграф к моему докладу, в котором я буду говорить о работах трех режиссеров, режиссеров-авангардистов 20-21 века, соответственно, Роберта Уилсона, Питера Селлерса и Ромео Костеллуччи, которые ставили свои спектакли вместе с Теодором Куренцесом. И когда я делал большое интервью с Теодором, то именно про этих режиссеров мы говорили, и Теодор сказал, что работать с ними предпочитает, потому что они, в отличие от других режиссеров такого стандартного помола, самых лучших режиссеров, они гораздо глубже понимают внутреннее послание, которое содержится в музыке. Но для того, чтобы понять, почему как раз эти режиссеры часто вызывают неприятие не только публики, но и критиков, я хочу обратиться к истории поэзии и к тому моменту, который очень остро воспринимался как раз в Санкт-Петербурге в начале XX века. Именно спор между символистами и акмеистами. Именно мандельштамовскую статью «Утро акмеизма» 1913 года. Конечно, противопоставление символистов и акмеистов в наше время – это общее место. Но нужно вспомнить, что для символистов важна была свободная перетекаемость смыслов, музыка стиха, а для акмеистов важнее была архитектура и осязаемый материал. Архитектурность как принцип акмеизма. В противоположении символу вещь и деталь, противоположение абстрактности и загадочности, конкретность и ясность. И я думаю, что если мы будем анализировать восприятие творчества этих трех режиссеров, то мы как раз столкнемся с тем, что как раз критики и аналитики не могут сменить свою парадигму восприятия. Они не могут сменить парадигму восприятия режиссерского театра на парадигму восприятия театра художника, если говорить кратко. Что же такое режиссер? И я думаю, этот вопрос нам надо задать сегодня. Я воспользуюсь разработкой своего коллеги Вячеслава Уварова, который пока это изложил в довольно популярном виде в московском досуге, но является ученым и готовит на эту тему свою диссертацию. А мысль его простая. Откуда взялся режиссер, да, в конце 19-го, в начале 20 века? Обычная схема говорит нам, возникла новая драматургия, и для того, чтобы с этой новой драматургией работать, должен возникнуть новый режиссер Станиславский, а там оказывается очень короткая дистанция между возникновением новой драматургии и возникновением режиссера. Так ли это? Правильно ли это констатация, этот вывод? Вячеслав Уваров говорит о том, что появление режиссера связано, наверное, с тем, что актерство внутри театра дошло до того предельного уровня, когда актер уже самостоятельно не мог выйти на какие-то новые прозрения, что ему нужно было что-то для того, чтобы уже как бы Сара Бернар
и так далее, они довели до предела это, и дальше было двигаться некуда. И должен был возникнуть режиссер, который, первое его, это мизансцена, это вся сцена, которая помогает актеру достичь какого-то нового результата. И мне кажется, это очень важным выводом, важной констатацией, которая нас и заставляет смотреть на режиссера сегодня и на режиссера психологического театра, натуралистического театра, но и на режиссера, который вырос из художника, как бы постоянно меняя определенный ракурс и определенную парадигму восприятия режиссерского искусства. Но мне надо перейти к этим трем режиссерам. И первый из режиссеров – это Роберт Уилсон. Это его спектакль «Травиата», 2016 год. Он родился в 1940 году, ему 80 лет в этом году. «Травиата» как мистерия. И мы сейчас с вами посмотрим кусочек застольную для того, чтобы войти в курс дела. Роберт Уилсон – визуальный художник. Так он сам о себе говорит. Такова его история существования. Он прошел очень тяжелый путь к театру. У него была попытка самоубийства, и театр для него
выражение внутренней жизни. Вы видели и в этой сцене, что все происходит на фоне пустого пространства, декорации как таковой нет. Но свет играет очень важную роль для Роберта Уилсона, потому что буквально в микронах, в долях микрона вообще свет ставят несколько недель в его спектаклях. И когда ставили этот спектакль в Перми, то была заказана специальная электростанция переносная, которая работала рядом с театром, потому что ни один театр, ну, провинциальный театр, не может обеспечить того света, который должен Роберту Уилсону. Это, соответственно, театр, который антипсихологичен. Это театр, который работает на совсем другом принципе. Все постановки «Травиаты» в режиссерском театре, за исключением спектаклей театра художника, это подробный рассказ о Виолетте в том или ином виде, как жизненная история. У Роберта Уилсона ничего этого нет в помине. Вы видели Надежду Павлову, которая благодаря этому спектаклю стала звездой и теперь является звездой мирового оперного театра. Для Роберта Уилсона очень важным было либретто «Пьяве», Франческо Марии Пьяве, которая содержит в себе определенную теологию, потому что, конечно, соответственно, Виолетта Валери или Маргарита Готье – это тот образ, который связан с Марией Магдалиной. И, безусловно, как парижская красавица Маргарита Готье рифмуется с собором Мадлен, который есть в Париже, и который соединяется с Марией Магдалиной, которая по французским, так сказать, историям, байкам причалила когда-то недалеко от Марселя, и там в одном из гротов провела конец своей жизни. И для Роберта Уилсона, безусловно, именно эта сторона, эта христологическая сторона становится очень важной. И, безусловно, вместе с Теодором Куренцисом, который также очищает эту оперу от такого бульварного, что ли, пафоса, который может быть опером Верди вот этого народного периода. Эти три оперы – «Трубадур», «Риголетто» и «Травиата» – они отмечены еще определенным таким накалом простых, что ли, страстей. От всего этого и Роберт Уилсон, и Теодор Куренцис эту оперу очищают, и мы ее смотрим как мистерию. Надо сказать, что Роберт Уилсон умеет превращать в мистерию многое, и я, к счастью, видел довольно много его спектаклей, в частности, и «Валькирию» в Цюрихе, и моноспектакль «Орландо» с участием великой актрисы. И это тоже эти спектакли, как и многие другие, были мистериями. Это не значит, что Роберту Уилсону дано все, потому что, конечно, есть произведения, в которых эта мистериальность оказывается в его применении иногда комической. В частности, «Аида» в постановке Роберта Уилсона выглядит как комическое произведение, потому что все мы знаем, как движутся в Древнем Египте, нас к этому приучили в спектакле, а они у него движутся как раз очень похоже. Поэтому нам это ничего не добавляет, и мы начинаем смеяться. Когда мы смотрим «Зимний путь» в исполнении Джесси Норман, где движутся маленькие, это было в театре Шатле, где движутся маленькие домики, где какие-то такие очень
милые такие сцены, это тоже оказывается совершенно несовместимым с музыкой Шуберта. Но, тем не менее, вот эту мистериальность, которая есть в музыке Верди, и особенно в музыке позднего Верди, здесь раскрывает нам Роберт Уилсон. Второй из художников – Питер Селлерс, который родился в 1957 году. Он также, как и Роберт Уилсон, американец, начинал свой творческий путь в Америке, но им обоим Америка оказалась тесна, и они в основном работают оба в Европе. Вместе с Теодором Куренцесом Питер Селлерс поставил диптих в Мадриде в 2012 году, состоящий из Иоланты Чайковского и Персефоны Стравинского. И по идее это была постановка совместная с Большим театром в Москве, но в Персефоне Стравинского используются иностранные азиатские участники, танцовщики, и это непременное условие этого спектакля. Ну, именно на этом они сошлись с Большим театром, потому что Большой театр хотел только одну Иоланту, и поэтому Большой театр этот спектакль не переехал. Питер Селлерс очень активно политически настроенный, политически и социально настроенный режиссер, и его тексты театральные всегда очень активно социально насыщены. Он пленил Европу своим триптихом по операм Моцарта и до Понте в начале 90-х годов. Они были перенесены в американскую действительность того времени, и они пленили Вену, которая должна была бы критически отнестись к такой трактовке Моцарта, но он выиграл, и потом он работал и на Зальцбургском фестивале, и в частности ставил во второй раз оперу «Мессиана» святой Франциск Ассизский. И я был тогда на премьере этого спектакля, который поставлен, скажем так, в экмеистском смысле, с вниманием к детали, к архитектурности, ко всему этому. И проповедь птицам святого Франциска Ассизского была сделана очень лихо, потому что на сцене было 40 мониторов, в каждом из которых была конкретная птица из тех, которых записывал Оливье Мессиан, который ездил по всему миру, собирал этих птиц, записывал их, и вот они здесь были сняты и на этих мониторах отражались. Это было, конечно, революционное зрелище, потому что первая постановка в Париже, она была сугубо исторически достоверная, и на ангеле были крылья, соответствующие расцветке крыльев ангела Фра Анджелико. Здесь все было другое, и у ангела не было никаких крыльев. Когда окончился этот спектакль, в зале была буря, потому что половина зала это не приняла и кричала «Бу!». Я кричал «Браво!», а пожилой человек рядом со мной кричал «Бу», поэтому нам ничего не оставалось, как вцепиться друг в друга. Но это характерно для спектаклей Питера Селлерса, которые тоже не слишком активно и положительно принимаются. Его спектакль на Зальцбургском фестивале «Милосердие Тита» был вообще спектаклем, но таким антирежиссерским, потому что он занимался вообще не историей того, что происходило внутри оперы, а на самом деле какими-то социальными вещами. И ему было важнее сказать через этот спектакль, как трудно живет мир и как нужно обращать внимание на то, чтобы мы друг за другом приглядывали и как бы помогали друг другу. Но эта критика не хочет принимать во внимание, хотя, конечно, я должен сказать, что такой спектакль воспринимать уже достаточно трудно. Но в Иоланте в 2012 году в Мадриде
где я имел удовольствие тоже быть на премьере, Питеру Селлерсу удалось создать, опять же, с Теодором Куренцесом настоящую мистерию. Здесь были декорации Георгия Ципина, которые можно даже и не назвать декорациями, а это такая инсталляция на сцене, которая может говорить о том, что такое птицы, что такое крылья птиц. Некая такая инсталляция, которую вы увидите. Здесь тоже главным действующим лицом стал свет, а скорее даже тьма, потому что Иоланта слепая, и вот это ощущение ее слепоты возникает через черное. Мы постоянно находимся в темноте, и только свет попадает на лица, иногда на фигуры действующих лиц. Очень интересно, мне сначала хотелось показать вам фрагмент из дуэта Иоланта и Ведемона, потому что это, конечно, самое важное место, и оно очень интересно сделано у Питера Селлерса с очень сильным выражением телесности, потому что это получается настоящий любовный диалог и, более того, сексуальный диалог, потому что герои вступают в сексуальное общение. Но мне показалось, что, может быть, более даже ярким будет фрагмент, касающийся второстепенных лиц, а именно вот обслуги, так сказать, замка Иоланты и прибывшего, соответственно, представителя короля. Мне кажется, это будет важным, потому что Питеру Селлерсу в этом месте удалось все равно остаться в масштабах мистерии и захватить нас в этом эпизоде тем, как подробно сделано внутреннее насыщение каждого из персонажей. Егор, можно следующий фрагмент? Oh,
даст изгоня, мы вместе с ним и успели увидеть спящую Иоланту, которая одета в синий цвет, цвет Богородицы, и это тоже важная деталь, которую подчеркивает Питер Селлерс. Питер Селлерс верующий человек, и он это подчеркивает, и во многих его спектаклях эта его вера проявляется совершенно конкретно, и в частности в Иоланте тоже. Но нам надо перейти к третьему художнику, сегодня самому бурно реагирующему с критикой и с публикой. И это последний спектакль Куренциса и Ромео Костелуччи «Дон Жуан» Моцарта в Зальцбурге в 2021 году. Ромео Костелуччи родился в Италии в 1960 году. Он закончил университет изящных искусств. Сначала занимался изобразительными искусствами, потом стал заниматься и драматическим театром. А в какой-то момент, в начале 10-х годов, он стал ставить оперы. И в частности, начал с «Парсифаля». Но самым знаменитым его спектаклем оперным стал «Орфей и Евредика» в Вене, где напрямую была связь с больной в больнице, которая как бы реагировала на то, что происходило, и это было главным, потому что Ромео Костелуччи стирает грань между игровым и документальным. Ему очень важно через тело актера прийти к какой-то такой правде, которая нас поражает в самое сердце. И те спектакли драматического театра, которые тот или иной фестиваль показывал в Москве, доказывали нам это, потому что в каком-то спектакле один из актеров должен был что-то делать физически со своим языком, со своей глоткой, и мы были свидетелями этого, и, естественно, напрямую реагировали не только на этот жест, и не столько на этот жест, сколько на все происходящее. Это перформативный театральный процесс, так называет свой театр Ромео Костелуччи. Он ставит своего Дон Жуана, имея в виду, что мы все наизусть знаем все 200 интерпретаций театральных этого шедевра Моцарта и да Понте. Он с нами разговаривает о другом, он с нами разговаривает о том, кто такой Дон Жуан сегодня, и он так устраивает пару Дон Жуана и Лепарелла, что мы все время на протяжении этого спектакля должны думать, что Дон Жуан вообще-то безнравственный подлец. Эта парадигма восприятия Дон Жуана была отменена всеми спектаклями последнего времени, и это вторая часть заголовка «Наказанный преступник» или «Наказанный
нечестивец, она отлетела, а здесь она как будто бы стала главной. И в эту сторону все развивалось, но мы с вами должны помнить, что либретто да Понте писал на основании либретто одноактной оперы «Дон Жуан», и он первое действие практически написал по следам этой оперы, а второе действие ему нужно было сочинить самому, потому что встреча с командором, с памятником, с каменным гостем отъехала на конец второго действия. Поэтому возник бал конца первого действия и все действие, которое идет во втором. Ну и надо сказать, что если читать это без музыки Моцарта, то создается, конечно, определенное впечатление, что это растягивание сюжета, растягивание истории. Конечно, музыка Моцарта дает нам другие впечатления, другие дает нам возможность сделать другие акценты. Но, тем не менее, это так. И вот первое действие при помощи разного рода инсталляций, перформансов, которые связаны с современным искусством. И, в частности, есть там замечательная такая штука, когда из небес, можно сказать, падает рояль кишками вниз, и из него все вываливается. Это нам напоминает инсталляцию немецкой художницы Ребекки Хорн, у которой есть такая инсталляция, висящий под потолком рояль, вниз головой, который падает, из которого все вываливается. И тебе кажется, когда ты это видишь, что вообще весь мир в этот момент рухнул. И Ромео Костеллуччи это использует. Но второе действие у него уже используется, так сказать, в моральном смысле, потому что сцену наводняют те тысячи, так можем сказать, условно, женщин, которые были в жизни Дон Жуана. И это для него очень важное. Но я должен сказать, что критика восприняла этот спектакль Ромео Костеллуччи абсолютно в штыки. И даже журнал «Опернвельт», который всегда корректен в критике этого спектакля, был просто за пределами добра и зла. И все остальные тоже. Они хотя бы пожалели Теодора Куренциса, который не работал над партитурой Моцарта, а оставил ее целиком такой, как она есть, в отличие от спектаклей, сделанных с Питером Селлерсом. Здесь партитура осталась нетронутой, но, тем не менее, спектакль Ромео Костеллуччи был не принят. Давайте с вами посмотрим фрагмент из второго действия, где вы увидите вот этих многочисленных женщин. Thank you.
Егор, хватит. Я думаю, вы успели увидеть за спиной у Доны Анны Надежды Павловой больную Дауном. И у Ромео Костелуччи была эта идея, потому что в Зальцбурге привлекали к работе в этих групповых сценах инвалидов. И это для него было очень важно. И мне кажется, мистериальность этого спектакля также получилась. И мне кажется, это один из самых убедительных спектаклей Ромео Костелуччи, у которого тоже есть разные спектакли. И в частности, «Соломея» в Зальцбурге вызывает большие вопросы, потому что многие решения Костелуччи как бы не находят такого прямого оправдания. Как бы то ни было, я вам показал примеры работы нетрадиционных художников, режиссеров-художников, которые сотрудничают с Теодором Куренцисом. А возвращаясь к сравнению символистов и акмеистов, хочу только сказать, что Надежда Яковлевна Мандельштам в своих записках об акмеистах писала, что у этих поэтов есть тайна слышания. И это значит, что не только символисты слышали некие тайны внутри Вселенной, но и акмеисты тоже. И, наверное, в работе вот этих трех режиссеров-художников мы можем сказать, что вещь может иметь отношение к тайнослышанию. А в заключение хочу сказать, что, наверное, ситуация с театральностью и с театром в опере сегодня такова, что режиссерский театр уже последовательно освоил весь огромный репертуар, и, вероятно, возникает некое перенасыщение. И такой художник, такой режиссер, как Мартин Кушей, ушел из оперы и занимается только драматическим театром и говорит, что если он вернется в оперу, то он бы хотел работать с одним дирижером, с Теодором Куренцисом, который знает, что нужно делать сегодня с оперой для того, чтобы она звучала в театре по-новому. Спасибо. Алексей Васильевич, за то, что вы нам рассказали, и за то, что вы нам показали такое великолепное. Кто хочет задать вопрос или высказать какие-нибудь соображения, пожалуйста, Лариса Ивановна. Выкидывать рояли из окна. Да. Это был Хлебников. Да. Он назвал, поскольку он не употреблял иностранных слов в своих произведениях, рояль фигурирует как господская игра. Вот. И его сначала разбивают, усердно повторяя «бах!». Это вызывает композитора. Кто, значит, положил прикладом, бах, прикладом и так далее, вот, это выкидывают. И Маяковский призывал рояли, да, вы знаете, да? Так что идея старая, да, и плодотворная. А я хотела вас спросить, Алексей Васильевич, по поводу последней волшебной флейты. Вы этот спектакль живьем видели? Какой? Волшебная флейта. Чей? Вот последний фрагмент. Нет, последний фрагмент был из Дон Жуана. А, из Дон Жуана. Из Дон Жуана. Извините. Я его видел только в записи. Нет, записи. Мы не ездящие пока. Алексей Васильевич, у меня еще вопрос. Вы сказали, что сейчас художественный театр, он подходит вместо режиссерского театра. Да, театр режиссера-художника. Театр режиссера-художника. Но ну, как мне кажется, что кульминация, стоит 92-я половина, 92-я половина, когда он у самого подписывает классический спектакль, скарбом ушатления. Получается, что это возникло раньше, и когда вот по-вашему проходит вот этот, может быть, года раздел, да, между сменой театра режиссерского и театра как режиссера-художника.
Ну, вы знаете, вообще об этом говорить трудно, потому что, например, есть спектакль «Тристана и Изольда» в Венской штатсопере, прямо недавний, буквально месяц назад, «Каликсто Бейто». И это просто великий спектакль. Это спектакль режиссерского театра, но это первый «Тристан и Изольда», про который я могу сказать, что это театральная постановка. Потому что до этого мне казалось, что «Тристана» нельзя поставить на сцене. После этого спектакля я могу сказать, что можно. А это режиссерский театр в чистом виде. Абсолютно. С одной стороны. С другой стороны, по-моему, 19 или 20 год в Италии Роберт Уилсон ставит «Трубадура». Ставит обыкновенно, просто как будто ничего не ставит. Чернота, высвечены лица, и все вот так продолжается. Типичный Роберт Уилсон. Но между первым и вторым действием есть зазор, так называемый, который у Ромео Костелуччи тоже есть. Он на сцене есть какой-то старичок, который тоже старый граф, который не помер, который все, вот это вот все смотрит. И на сцену выходят боксеры, человек 40 разного возраста, которые боксируют, падают, исчезают. И это просто для того, чтобы мы сменили способ восприятия, чтобы он нас заостряет на том, что вот эти вот темноту и лица мы должны воспринимать в каком-то другом контексте. Поэтому он еще не умер в свои 80 лет. Нет. Нет, ну, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Так, добрый день, дорогие коллеги. Я хочу начать отчасти традиционно. Я очень благодарна Анне Леонидовне за ее прекрасную идею устроить конференцию за 10 дней до ее начала. И, ну и при этом вспомнить про меня. Мне очень тоже приятно про это место и его обитателей вспомнить. Вот, и тем более на такую тему, которая позволяет, как уже было видно, самые разные выходы и повороты. Вот, но я вернусь к опере, как, прежде всего, как опере, хотя вначале я позволю себе все-таки назвать, ну так просто действительно назвать, четыре такие вот позиции, четыре вещи, которые, особенно после показа и рассказа Алексея Васильевича, я думаю, они будут восприниматься даже отчасти как подведение итогов. Я только не собираюсь здесь давать какие-то оценки. Вот. Просто в таком вот беспристрастном, как нас призывали вчера, без эмоций, роде сказать о том, вот, что застает современный композитор, потому что у меня речь будет идти о живом композиторе, цветущем, что, какую ситуацию он застает. Ну, как бы вот в оперном театре. Повторяю это тезисы. Но прежде всего хочу обратить внимание на то, что автор концепции «Gesamtkunstwerk», то есть совокупное произведение искусства, которое, где должны все-таки в идеале, видимо, как-то присутствовать эти искусства, он, в общем-то, создал один из самых несценичных видов оперного театра. И это приходится признать. Я сейчас говорю в таком совершенно, как говорится, обычном понимании слова «сценичность». Потому что тут сразу, конечно, можно сказать и то, и другое, и третье, что у него там своя есть. Но в это я не вникаю. Все-таки это не сценичное искусство в основе. Ему это, ну, тут... Дальше не буду. Это пункт первый. Второй пункт, с которым мы сейчас имели возможность познакомиться,
Ну, познакомиться-то мы это все знаем, но вот на таких очень ярких примерах это то, что называется экспансией режиссерского театра. То есть, если продолжать это, так сказать, уже разъяснять, то режиссер, по сути, становится автором. Он заменяет, так сказать, автора самого материала, автора партитуры. Это происходит в разной степени там, и разными способами, но в некоторых случаях это происходит совершенно, так сказать, очевидно. То есть он не только интерпретатор, которым вроде бы как должен быть режиссер, то есть это не интерпретаторская теперь профессия, это профессия, которая берет на себя вот именно такие вот функции уже такого демиурга. Вот. Причем здесь можно говорить о том, что ну, это достигает даже той степени, что происходит это меньше заметно, может быть, на материале классическом таком, просто учем. Хотя там тоже это бывает. То есть это вмешательство в сам текст. Вот то, что ну, на нашем почве, как положено, все у нас свое. И, ну, вот то, что сделал, например, Богомолов с Кармен, это вот типичный случай такого. То есть то, что, в общем-то, все-таки так, на Западе как-то там другой уровень несколько культуры. Вот это второе. Режиссерский театр, который приводит режиссера вот на это первенствующее место. Третье тоже. Я говорю об совершенно очевидных вещах, просто чтобы они были как-то в виде фона. Третий пункт – это, конечно, расширение круга сценических слагаемых. Я так вот обтекаемо хочу выразиться. И это касается, конечно, зрелища, то есть то, что мы видим, и то, что мы слышим, то есть акустики. Ну, здесь я могу только сказать, что присутствует, кроме, если говорить об акустике, кроме живого звука, есть звук еще так или иначе препарированный, вплоть до использования электроники, допустим. То, что, кстати, еще Эйзенштейн хотел сделать с Валькирией, я отчасти сделал. Вот. И еще упомянуть, конечно, видеоарт, который становится сейчас совершенно самостоятельным элементом не просто сценографического решения, но и концепционного решения. То есть это не только поле сценографии. Вот. И, кстати, крайний пример, тут тоже я зацеплюсь за то, что сказал Алексей Васильевич, крайний пример такого рода уже, так сказать, контрапункта, который переходит во что-то иное, это ну, известная очень постановка видео решения, которое предложил Билл Девиола по отношению к Тристану и Изольде. Я тоже это не оцениваю, я просто говорю, что вот он, это, я считаю, даже такая своего рода историческая месть Вагнеру, который вот написал эту действительно как бы оперу, которую нельзя поставить. Тут многое. Я отчасти согласна, что она такая не очень поддающаяся сцене. И режиссеру здесь надо как-то, видимо, все-таки уйти на третий план. Вот. А здесь это просто вот такое вот просто сражение на поле боя. Причем отчасти в неравных условиях. И, наконец, последнее, что я хочу сказать, это то, что идеи Gesamtkunstwerk, они мигрировали в сторону, тоже известная совершенно вещь, в сторону массовых жанров, всякого рода поп-продукции. И, как говорил Достоевский, идея попала на улицу. Идея элитарная, такая очень, как говорится, изысканная и высокая. Она стала как абсолютно присутствием нашей жизни повседневной. И, ну, просто вот светозвук в Скрябинске превратился в рядовую дискотеку, без которой это все невозможно. И, с другой стороны, тоже... Ну, хотя бы вот видеоклип, как идеальный, между прочим, Gesamtkunstwerk в своем роде. Вот это все. Я это обсуждать не буду.
Дальше я буду обсуждать Сальватора Чиарино. Этот композитор у нас, в общем-то, известный, потому что дело дошло до того, что его оперу поставили в Московском театре Станиславского, и очень даже так, недурно. Вот. И его творчество, он уже такого, так сказать, старшего поколения, но уже поколение, которое пришло, если говорить об итальянской музыке, а тут это важно, после, ну, так сказать, уже после Берио, скажем. Он 47-го года рождения, тут вот разница около 20 лет, и, ну и тем более после Нома. Это композитор, который очень активно работает в области оперы. У него их полтора десятка примерно, и они появляются время от времени достаточно регулярно. От первого, так сказать, его оперы, которая имеет замечательное название «Амура Психея», на соответствующий сюжет, и до последних, он ее с Джанет не оставляет, последнего сочинения 19-го года относится. Это все такая довольно заметная эволюция. Вообще очень склонен, в принципе, к вокальной музыке, у него сочинения, написанные в других жанрах, не сценических, но тоже связанные с голосом, с вокалом. Вот. Про Шарин, конечно, можно было бы так рассказать и поподробнее, но у меня тут, поскольку у нас формат не тот, вот я просто скажу о том, с чем связано его творчество, вот, что он, так сказать, воплощает, какую линию. Ну, это, в общем-то, линия достаточно распространенная, потому что это линия, собственно, вот этого, опять-таки, его поколения, это французская спектральная музыка, это всякого рода вот эти работы с тембром, это создание глубоко индивидуального именно звукового мира, это строительство звука, который у него, так сказать, создается совершенно индивидуальным способом, и причем в большинстве случаев средствами самых нормальных голосов и нормальных инструментов, которые он просто, так сказать, вскрывает так, что создает своего рода такой микромир. Вот то, как о нем говорят, композитор тихой динамики, вот в этом отношении показательно, как они его, о нем пишут. Сейчас я тут найду эти комплименты, которые отпускаются по его роду. Вот. «Приглашение к тишине». Да, это название просто таких статей, очень провоцирует на такую поэзию. «Приглашение к молчанию», можно, «Звуковые дорожки воображаемого театра», «Поэтика крайностей», ну, имеется в виду, затем «Меланхолия в музыкальном театре», «Чувство, что окунаешься в тишину», «В лабиринтах молчания». Ну, в общем, все вот такой тут. Критики, естественно, упражняются. Надо сказать, что идут в этом смысле по следам самого композитора, который вообще достаточно разговорчив. Ну, это как раз тоже распространенная вещь. Очень, так сказать, активно говорит, комментирует свою музыку. И, кроме того, он очень интересный либреттист. Потому что большинство своих либретто он создает сам. Хотя, опять-таки, в большинстве случаев это какие-то уже существующие источники. Но в случае «Амура и Психея», я думаю, это понятно. Но есть и менее такие понятные случаи. Вот. Ну, так или иначе, значит, еще раз возвращаюсь к этой теме. Вот эта поэтика и реального, и которая связана у него, вот если уже пойти, собственно, к самим операм, такого сюрреалистического абсурда, который он создает, она начинается с его отношения к тексту. Отношение к тексту. Он работает, значит, как я уже сказала, в основном с какими-то источниками. И вот первый, я два примера все покажу, что у нас времени особого нет. И вот первый из этих примеров, он очень показателен. Это сочинение, которое называется «Лонгрин».
Это ранний его опус, это 82-84 год примерно. Ага, там надо будет немножко промотаться. Это сейчас. Вот. Что это такое? Это, по сути, тоже, как говорится, это, ну, как имеется в виду, конечно, вагнеровская опера, почему он, кстати, тоже достоин быть у нас в нашем собрании. Вот, и с которым, правда, он обращается довольно интересно. Вот это? Нет, это уже Лючи. А это вот у нас... Это второй. Это у меня он у меня там второй. А, у меня он второй. Ага. А знаете, почему мы не интернете? Ага, просто давайте его сейчас уже найдем, чтобы было веселее. Я просто тут... Она тоже в большом количестве есть в интернете, но я выбрала тут то исполнение, которое находится на сайте самого Шарина, и, соответственно, до некоторой степени, им самим как бы авторизовано. Он действительно это считает. Это фрагмент, но мы все 10 минут не будем слушать, просто чуть-чуть. Это Цюрихская опера. Вот. Значит, что такое Лоингрин? Это они там собираются еще, это нужно пока подождать. Вот, это опера существует в двух редакциях. Вот в первом случае он даже назвал это не совсем оперой, а мелодрамой. Во втором тоже не совсем, как радиоспектакль. Но подзаголовок, который передает суть этого спектакля, это «Невидимое действие для певицы, хора и инструментов». Это был заказ как раз радио, но, тем не менее, это сочинение, оно ставится и в такой сценической форме. То, что мы будем смотреть, слушать, это полусценическое, потому что так сказать, главная то есть протагонистка сопрано, она будет, как говорится, находиться в концертной позиции, она просто сидит. Значит, что это такое? Это, в общем-то, основа тоже здесь, конечно, не только Вагнер, а текст есть некий, который принадлежит французскому поэту, очень символистского круга, Жюлю Лафоргу. У него есть такое сочинение «Лоингрин, сын Парсифаля». Вот. И здесь, значит, ну, как говорится, сюжет такой. Он тоже такой умеренно абсурдный уже, но, конечно, не до такой степени, как это уже теперь делают. Вот, героиня главная – это весталка Эльза. Она предстоит перед судом за то, что она принимала иные ласки, нежели те, которые исходят от Луны. Вот такой вот момент. Наказание, да, должна быть ослеплена. Пока еще там до прихода подгородного. Она предстоит перед этим судом на берегу. И после трех фанфар, как положено, Лоингрин появляется из моря верхом на лебеде. Все соблюдено. Вот. И дальше он ее, так сказать, спасает от этого суда. И они женятся, как у Вагнера, и удаляются в свой свадебный дом. И дальше следует такая любовная сцена, как бы у Лафорга это все, где вот в этой супружеской постели Лоингрин, который здесь несколько такой ребячливый у Лафорга, он обнимает свою подушку в процессе ну, там, каких-то игр, ласк, обнимает свою подушку, которая превращается в лебедя. Он ее обхватывает и удаляется в окно на ней. То есть вот коллизия, так сказать, оставленной Эльзы, она здесь принимает такую форму. Вот. Но это все, как говорится, сама фабула. Ее решение у Шарина связано с тем, что вся галерея персонажей, а тут персонажи есть, тут есть вот эти обвиняющие, это толпа какая-то, есть голоса природы, которые тоже описываются, всякие птицы, насекомые, люди.
вот сама Эльза и, естественно, Лоенгрин, вот все это воплощает одна певица, актриса, которая идентифицирует себя со всеми этими героями. В частности, в первой сцене, которую мы немножко послушаем, она уже с Лоенгрином беседует. Но она беседует своим собственным голосом, вот так только с некоторыми нюансами. Вот, и при этом, по мере, так сказать, восприятия этого всего сюжета, слушатель остается в полном, так сказать, неведении, правдива ли эта история вообще, или это какие-то воспоминания, ее, наверное, сны, галлюцинации. Вот, потому что картины плывут друг за другом в потоке вот таких представлений, потоком сознания, может быть, и формируют самые даже эксцентрические такие моменты и в тексте, и в музыкальном решении. Вот, и отношения таким образом между иллюзией и реальностью, и разумом, помешательством тоже находятся здесь в такой зыбкой зоне, но при этом в центре сочинения. Вот. Музыка идет за этим. Иллюзии она создает с большим успехом. И касается это прежде всего вокальной партии, которую я хотела бы, чтобы... Ну, тут нельзя на меня брать внимание. Что звуки все, какие хотите. Там щебет, тявканье, такие всякие капанье, звуки крылья. Все. Инструменты тоже заняты тем же самым. Но это не производит впечатление такого, ну, как сказать, натурализма в духе какого-нибудь мультфильма, конечно. Вот. И при этом все это существует в зоне тишины, но с усилением, потому что все снабжены микрофонами, в том числе и певица. Вот, и все эти вот оттенки дыхания, покашливания, скрипы струнных, они очень хорошо различимы. Ну, давайте мы это сейчас послушаем. Тут немножко подальше. Где-нибудь. О, вот она уже тут сидит. Вот можно тут. На этот раз, наверное, потише можно. Халатик на ней, на такой прозорный. Да, конечно. Это же халатик. Вот первое слово, когда произносит подушка. Ключевое слово для всей истории. По-немецки? Конечно. Это можно только по-немецки. Состав ансамбля сколько здесь человек? 16. 16, да? Это камерный ансамбль.
чем-то бред там. Сейчас начнется поэтому. Et sous la mienne, Ну, что мы тут слышим, как говорится. Кстати, вот в этом месте, когда она уже стала слова произносить, там начинается вот этот квази-диалог с Лоэнгрином. Она за обоих как бы действует. Ну, в общем-то, есть, как говорится, терминология для всего этого. Называется «Sprachkomposition» по-немецки. Это род такого, так сказать, вокального музицирования, который к этому времени, напоминаю, что это 84-й год, превратился в абсолютно такую каноническую, даже, сказала, академическую форму. Вот, где, конечно, есть очень такие интересные детали, просто которые связаны с совершенно поразительной фантазией Шарина, одаренностью. Вот как когда-то была одаренность в области мелодики и гармонии, у него там происходит вот такое вот, его одарила природа в этом умножении. И, конечно, это довольно интересный такой вот вид театра, который, в русле которого, по сути, Шарин движется и дальше, потому что во всех случаях, когда он имеет дело особенно с определенным совершенно там, сюжетом, дальше там у него Макбет появляется, еще там другие какие-то известные, как говорится, сюжеты, там Персей, Андромеда. Кстати, у него вот эти мифологические темы тоже появляются. Вот, то и во всех случаях, конечно, мы имеем дело с таким, как принято выражаться, постмодернистским переосмыслением в сторону от своего такого варианта очень индивидуального, такого театра абсурда. Так или иначе. Так или иначе. Но это все большие темы, я поэтому сразу перепрыгиваю к тому, о чем я, собственно говоря, хочу рассказать. И теме, с которой связана заглавие моего доклада, это вторая практика. Значит, речь теперь уже о другом примере, который действительно у нас кому-то известен. Это опера, которую он прямо назвал оперой. Прямо сказал, что он хочет создать оперу в данном случае. В нашем переводе это было «Лживый свет моих очей», «Лючини и Традит Ричи». Вот такой же. Его переводить очень трудно, потому что он в высшей степени такой поэт, действительно одаренный. И не случайно, кстати, когда эта опера «Лючини», она ставилась в немецкоязычных странах, он дал другое название «Дитюдлихи Блюме». Ну, там обыгрывается вот эта роза, которая отравленная, как бы, шипы розы. И для английского варианта тоже какой-то был. Ну, в общем, он, видимо, понимает, что это такие идиомы у него, которые очень плохо переводятся. Вот, ну вот это самая история. История, как многим известна, это история князя Венозы, великого композитора позднего Ренессанса Карла Джезуальда. История, которая, кстати, в 90-е годы дала совершенно такие сходы, как говорится, в оперном творчестве.
современном, вот одну из работ как раз Светланы Анатольевны Лавровой, которая здесь у нас не пришла, не присутствует, перечисляется, она занялась такой работой, она просто подвела такой вот итог, сколько было отозвали написано сочинений вообще в 90-е годы. Действительно, получился список, у нее, правда, не только оперы, а там много еще всяких других жанров есть, но тем не менее он действительно стал такой, я бы сказала, фигурой на грани светской хроники, как говорили в старину, а теперь он такой вот стал такой вот поп, как бы фигурой в каком-то смысле. И ну, нам больше всего известна, конечно, опера «Шнитке», написанная тоже как раз в эти же годы, поставленная в Венской опере, по заказу написано. Вот, и, конечно, тут есть какие-то моменты, которые действительно послужили тут какой-то основой для подобного рода интереса. Вот, у Шарина это не собственно Джезуальдо, потому что он взял за основу реальное, так сказать, реальное театральное произведение 17 века. Это, сейчас скажу такого, это Чиконини, Джачинто, у него еще было имя, вот, которое, по сути, представляет собой написанное после этой всей истории лет через 70, после реального этого самого события, убийства Джезуальдо своей супруги. Вот, и что доказывает, что в те времена это тоже был очень такой, как говорится, неугасающий сюжет, который поразил общественность. Вот, и значит, на этой основе здесь он создал такую, естественно, нормальную такую барочную композицию, трагедию, которая из, там, из трех актов, которая длится, бог знает, сколько времени, если ее ставить по-настоящему, у которой есть там всякие другие моменты, и психологические даже есть уже какие-то мотив вины, вот переживания такой вот вины этой самой неверной женой. И все это, так сказать, развертывается так, как положено было в это время. Шарин же, как обычно, он сделал то, что он сам называет таким словом «вылущивание» в переводе. Оно даже имеет несколько медицинский смысл, такой достаточно мрачный. И, то есть он как бы снимает слои, он описывает эту свою работу над текстом, надо сказать, достаточно выразительно, поэтому я позволю себе даже цитату. Вот, «Существует готовый текст, который дает мне стимул для создания какого-либо произведения для театра. Далее следует его детальная переработка, управляемая автономной фазой воображения. Когда существующий текст оказывается практически разрушенным, потому что новая идея должна действовать как импульс к развитию, а уже существующий текст – как материал для последующих вариаций. Я полностью игнорирую исходный текст и переписываю его согласно моей идее. Конечный результат весьма сложно сопоставить с оригиналом. В конце концов, одна из самых интересных практик, позволяющих мне проявить глубокие механизмы музыкального театра, это эмуляция. Эмуляция – это подражание, там, там технический тоже отчасти имеет смысл. И вот он играет этими словами «эмуляция» и «симуляция». То есть, когда он, так сказать, как бы подражает, или когда он, собственно, уже работает с неким таким обманным эффектом. Симуляция – это уже другое, это порождение моделями реального, лишенного происхождения в реальности, то есть реальных, реальных корней, но это уже называют гиперреальным. В принципе, это достаточно все понятно, и работа, которую он производит в таких случаях, она действительно заслуживает отдельного, наверное, исследования, она чрезвычайно интересна. Вот, я думаю, что мы сначала
кусочек послушаем, собственно говоря, начало. В этой опере есть еще свой такой вот, ну, то, что можно сказать старинным словом, стилизация там, или там даже стилистика, прости господи, но это все не то. Это, я имею в виду, что там есть подлинники, там есть канцона Клода Люжена, который исполняется вначале в виде антракта в качестве такого вот действительно подлинника с этим Шарин тоже умеет обращаться. Вот мы уже поехали. Это тоже цитата. Здесь надо громче. Вот, вот с такого одноголосного такой фанцона, это верхний голос из клуба. Начинается это все. То есть английский перевод сейчас. Mm-hmm.
режиссер? Это там есть все. Тут вот там. Для желающих можно в чат, если что, даже. Это все в интернете есть, это нормально. И нет, есть процедура тоже есть. Вот, значит, если кому интересно, это можно продолжить. Ну, что, как говорится, что-то тут дрябает. Угу. Что мы, как говорится, тут видим? Это тут я уже буду быстро говорить, потому что, по-моему, вышли из регламента сильно. А, вот. Сам Ширина комментировал это сочинение, что он написал действительно произведение, которое называется «Опера в полном смысле этого слова». Термином. Вот, и надо сказать, что он абсолютно прав. Это действительно настоящая опера, камерная, которая, кстати, в силу, в частности, и этого обстоятельства, она получила, хотя он вообще композитор исполняемый, он отнюдь не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны исполнителей и публики. Вот, но она имела особый, конечно, резонанс, потому что ее поставили много где. Премьера была в Германии, в Шветцинге. Это Рококо театр, который очень подходит для такого камерного спектакля, конечно. И потом она записывалась, были разные версии. Вот эту версию, которую я показала, она такая имеет некоторые черты костюмной постановки, как вы видите. Он сам, так сказать, предпочитал, поэтому я с вниманием отнеслась к мнению автора. Хотя были разные, там были очень кровавые, там и все прочее, все это было. И московская, кстати, была тоже в этом отношении приятно сдержанной. Вот, и что мы здесь, как говорится, видим и слышим? Мы, во-первых, слышим, я имею в виду текстовую основу, мы здесь слышим некий такой вот скелет, в общем-то, традиционных мотивов, оперы барочной, оперы даже классицистской в каком-то смысле. То есть это скелет аффектов. Вот первая сцена, где они вот обмениваются этими репликами, это, по сути, разговор о вечной любви. Я люблю тебя вечно, ты, я твой, я моя, ты моя и все прочее. Никакой информации больше там нет. И такой вот, как говорится, здесь режиссерская деталь, это только вот этот стилет, который он держит уже в руке, и которым, по сути, он ее уже ранит. То есть это такое ружье, которое потом будет выстрелить. Вот, и поскольку здесь, по сути, нету характеров, вот те, кто пытаются говорить, что вот она более смела, он там падает в обморок от того, он потом в конце этой сцены падает в обморок от вида крови. Герой. Вот, и что здесь есть какие-то такие всякие гендерные игра и прочее, Потом то, что, собственно, счастливый любовник, который появится в следующей сцене, из которого будет такая вполне любовная сцена, он контртенор, ну или контральт, может быть, травести, но в идеале контртенор, что это тоже там так есть какая-то. Это, в общем, все есть, но на самом деле это не, так сказать, герои в нашем смысле слова, так сказать, психологическую требование, каких-то подробностей психологии и ее передачи, собственно говоря, в музыкальном материале. Это формулы. Это и от того, что мы, в принципе, не понимаем, но вот сначала вечная любовь, потом почему-то совсем сразу с той же вспышкой этой страсти, которая ничем как бы не обусловлена, подчеркивает случайности, какую-то непреднамеренность и полное отсутствие оснований для этих смен. И в конце вот этот вот исход этот кровавый. Все это, с одной стороны, какой-то вот элемент какой-то, может быть, механистичности, даже не сам по себе. И не случайно, кстати, у него есть сочинение на ту же тему для кукольного театра. Тоже она называется «Такая ужасная история про князя», такого даже площадного, видимо, кукольного театра. И музыка ведет себя здесь таким же образом. То есть вы, конечно, те, кто это слышит впервые, все равно расслышали, что тут, по сути, они обмениваются такими же формулами.
они обмениваются интенционными такими вот, паттернами, я даже не могу позволить себе это слово, которые построены в одной и той же модели. Это в большинстве случаев выдержанный звук, да, и потом какой-то такой вот шлейф вслед за этим. Это немножко напоминает совершенно другую вещь. Это как пассион тон в страстях. То есть это есть некая такая вот действительно ритуальная формула, которая служит основой. Они, это же на протяжении всей оперы. У них нет никакой в этом отношении индивидуализации. Все четверо персонажей, тут трое основных, и еще слуга есть. И они все изъясняются вот таким вот стилем. Вот. И, конечно, при этом он, нельзя сказать, что это какая-то реставрация, потому что это ни на что не похоже, в общем-то. И тут я просто тоже еще приведу так, мнение, как говорится, одного из тех, кто писал об этом, что это сам этот речитатив, на котором основано вот это вот все, он способен передать любой нюанс речи. Вот, здесь действительно так. Даже проглатывание каких-то вот слогов, почему это можно только в оригинале, конечно, петь только по-итальянски, разумеется. Вот, но при этом нет архаизации такой вот специальной, и нет ультрасовременного здесь. Вот это все-таки уже не совершенно межпрак-композиционно. Нет. Это есть некий вот такой вот совершенно индивидуальный вариант, который передает все оттенки. Это задыхающаяся речь, вот это вот глиссандо, портаменто, все эти вот заклинания даже, какие-то повторения, которые вносят элемент. Это чрезвычайно вот такая вот живая ткань, которая замечательно отвечает постулату, простите, 17 века, говорит так, как будто бы петь. То есть это действительно, ну вот я, так сказать, хочу предложить вам вот эту аналогию со второй практикой эпохи Монтеверди, которая, по сути, в своей вот такой вот, в таком смысле, она пришла на смену, как известно, но в историчестве это далеко не сразу произошло, пришла на смену вот этому как бы ученому стилю многоголосия, и который в результате, ну, она казалась такой какой-то примитивной даже на этом фоне. И вот также на смену вот этого вот авангардному письму, когда голос делает все, что может, и даже то, что не может, приходит какой-то новой формы кантилены. Вот это вот лично вторая практика Сальватора Шарино, которая, ну, если продолжать терминологические какие-то изыскания, сейчас закончу, уже последнюю фразу говорю, вот она заставляет все-таки вот меня лично не употреблять по отношению к нему совершенно бессмысленного слова «постмодернизм», а употребить другое слово. Это не постмодернизм, это такой же, как и у Джезвальда, маньеризм. Это доведение какого-то, да, такого высшего, говорится, выражения некоего стиля, даже такой артифицированный, искусственный такой вот вариант этого стиля, который позволяет нам увидеть в Шарино совершенно невероятного такого вот продолжателя отечественной традиции и очень и очень итальянского композитора. Потому что это, он, кстати, его, как говорится, творческий путь, он обошелся как без этих вот самых контактов с гнездами, так, всякого фестивалями, там, мастер-классами, школами, которые летние, которые до сих пор существуют, без всякого, так сказать, условно говоря, Дармштадта. Он сам, он даже не покидал Италию никогда. Жил всегда там, продолжает жить. В Сицилии, впрочем, в разных местах. Спасибо. Да, у нас Анна Леонидовна ушла. Ну, конечно. Чуть-чуть погромче только. Да. Ну, Джезуальдо считается маньеристом, это, как говорится, в энциклопедии написано. Имеется в виду обычно под этим словом
его совершенно беспрецедентный форматический стиль письма, где он, кстати, был не одинок. Если бы он был одинок, то это было бы как его личное как бы, качество. А так это действительно такой вот маньеризм, доведение до какой-то стадии уже выше. Это относится к жанру мадригала, простите. Потому что здесь у нас другое. Опера попадает в ситуацию мадригала тогдашнего. Спасибо. Что, Ольга? Вот сюда надо. Вот. Я буду. Они не услышат вас. Меня услышат вот отсюда. Объяснение мне совсем спасибо за доклад. Во-первых, меня мучило все время, когда я слушала Шьярина. Но есть объяснение вот именно такому приему найденному? Вот это нету. Нету. Потому что у меня есть гипотеза в сторону инструментальных, значит, что это флейта и да. Нет, он с флейтой делает тоже совершенно невероятные вещи. Это да. Совершенно гипотеза, что это такое, это абстрактное, значит, получается, доведение до такого расширения принципа Шпрехштинга, когда ты берешь звук и оставляешь. А здесь этот звук взятый электрон. А потом вот это... Да-да-да, тут есть, это все есть, потому что если бы этого не было, тогда это была действительно какая-то, если бы они действительно такие вот колоратуры выводили, это была бы совершенно такая стилизация мертвая. А у него по пути нашел вот это вот средостение, где есть и то, и другое. Потому что элементы вот этого вот говорения тут сохраняются. И меня, конечно, еще страшно, что это линия театра, которая... С одной стороны, все про самое морфы, все самое горячее, при этом подстраненное и разные способы подстраненные. Эта линия связывает Шьерина с Рихоном Ским, с приемом в третьем лице. Да. Линия каменного тяжа. Спасибо вам. Спасибо. У меня вопрос, я уже выглядел, можно у вас на второй половине? Мы вышли из берегов, Анна Леонидовна. Ну, тогда... Это я виновата тоже. Ну, хорошо. Тогда мы были чуть-чуть похожи в виде начала второго деления. Можно вставить, что да, сейчас. Тогда у нас Ярослав Петрович Сабишевский, завершающий первое отделение. Технология искусственного интеллекта в художественной практике как новая форма коллективного творчества. Спасибо. Собственно, тема моего доклада несколько косвенно связана с темой конференции «Гизамт-Инстер». Скорее, здесь речь пойдет не о соединении искусств, не о синтезе искусств, а о соединении двух миров, мира художественного мира человека и мира технологий. Ну а в плане произведения искусства будущего тут скорее вот в прямом смысле, что в плане будущего происходит в искусстве. Сейчас, конечно же, я хотел указать на то, что в центре внимания будет новая форма сотворчества или коллективного творчества, которое касается уже не сотрудничества представителей разных искусств или там соединения в одном человеке, как в случае Вагнера было, Итак, с древнейших времен феномен коллективного творчества являлся неотъемлемой частью искусства и находил воплощение в самых разных художественных практиках.
Берем ли мы древние ритуальные действия, архитектурные сооружения, начиная с древних гробниц, произведения искусства синтетических жанров или даже произведения народного творчества, везде мы можем с полным правом говорить о продукте коллективного творчества. Безусловно, участие в воплощении в жизнь какого-либо конкретного произведения искусства двух или более людей выводит на поверхность данный феномен. А здесь мы видим вполне определенные персоналии, например, тандем представителей одного и того же вида искусства, ряда поэтов, ряда музыкантов и так далее. Или тандем творческих людей разного профиля, поэта и композитора, композитора-исполнителя, режиссера и его команды, архитектора и художников, дизайнера и им подобных. В менее очевидной форме коллективное творчество отмечается тогда, когда многочисленные авторы, в том числе анонимные, участвуют в длительном историческом формировании художественного произведения. В первую очередь к образцу коллективного творчества следует причислить произведения фольклора, которые как бы отшлифовываются, выверяются от исполнения к исполнению и от поколения к поколению. К тому же типу относятся и искусство ритуала, художественные элементы которого тоже выверяются порой веками. Сходная ситуация прослеживается и в связи с кристаллизацией отдельных элементов произведения искусства, тем, мотивов, сюжетов, жанров, форм. В самом широком смысле в контексте феномена коллективного творчества можно рассматривать как своеобразные метапроизведения, язык и художественный стиль, собственно, тоже язык. В аналогичном ключе можно трактовать и художественные практики, связанные с интерпретацией какого-либо авторского произведения, когда складываются определенные традиции, каноны, либо происходит поиск новых смыслов. Собственно, любая традиция – это коллективная творческая шлифовка. Очевидно, что все перечисленные формы взаимодействия авторов, будь то авторы-создатели или авторы-интерпретаторы, в том или ином смысле присутствовали во все времена. И, наверное, весьма плодотворной могла бы быть идея типологизации соответствующих практик по сущностным признакам. Но речь сейчас не об этом. В последнее время, в связи с бурным развитием компьютерных технологий, на арену искусства вышло новое, ранее не имевшее аналогов в истории в области творчества. Безусловно, современную жизнь сложно себе представить без участия компьютерных технологий, служащих человеку в разных сферах деятельности. Не обходится без них и современное искусство. Как известно, многие современные художники используют компьютерную технику на благо создания своих произведений. Такое взаимодействие техники с человеком в искусстве происходило уже давно и на разных уровнях. От введения созданных на современной аппаратуре элементов произведения искусства, заранее приготовленных записей звуков, отпечатков изображений и прочего, до разработки с ее помощью прекомпозиционной основы произведения. Технологии также становились сами частью произведения. Запущенные машинные операции могли участвовать в формировании целостного облика произведения. Ныне при использовании в творчестве компьютерных средств применяют понятие цифровое искусство или программное искусство. Мы видим, как художники перестают рисовать химическими красками, делая изображение сразу на компьютере и распечатывая его. Мы видим, как музыканты пишут музыку только на компьютере и даже целиком доверяют компьютеру ее исполнению. Мы видим, как архитекторы и скульпторы моделируют формы зданий и статуй в программах редактирования 3D-изображений, а затем реализуют форму на 3D-принтере и так далее и тому подобное. Однако с недавнего прошлого положение техники во взаимодействии с человеком при создании художественного произведения кардинально изменилось. В первую очередь следует отметить широко распространившуюся моду на интерактивные технологии. Так, художник или интерпретатор, действия которого регламентированы художником, участвует в создании в реальном времени какого-либо произведения искусства в своеобразном сотрудничестве с техникой, которая, согласно заданным алгоритмам, чутко реагирует на действия человека. Возможно, и установка программы в зависимость от действий не только профессионалов, но также публики или любых живых существ и даже от процессов неживой природы. Так происходит своеобразная игра между человеком или любым физическим объектом и созданной художником программы, как игра в шахматы с компьютером. И все же в данном случае можно говорить все еще о технологиях как об инструменте в руках художника, пусть и в некоторой мере играющем несколько искусственно роль соавтора в создании произведения. Соавторство здесь, конечно, условное, поскольку автором программы является все равно сам художник или его коллеги. Но техника не стоит на месте. Интерактивные технологии в настоящее время активно замещаются технологиями нового поколения, технологиям искусственного интеллекта, действующими по гораздо более сложным алгоритмам, и эти алгоритмы все больше участвуют в организации человеческого существования. Следует напомнить, что технологиями искусственного интеллекта называют технологии, которые в своих алгоритмах предполагают такой аспект, как самообучение, самосовершенствование.
Отныне компьютер не просто выполняет некие заданные его создателем или оператором программы и не просто реагирует на действия человека, но и сам способен выбирать те алгоритмы, которые интерпретируются машиной как целесообразные, и даже способен сам провоцировать человека на определенные действия, управлять его действиями. Машина отныне стала сама выполнять операции отбора, в том числе и художественные. Каковы примеры подобного вхождения технологии искусственного интеллекта в область искусства? Прежде всего, здесь необходимо обратиться к самым первым примерам, когда компьютер стал претендовать на полную замену художников в творческой деятельности. Речь идет о ранних образцах программ, которые по заданному алгоритму стали способны генерировать продукты, имеющие признаки художественного произведения. Сейчас кажется несколько смешным вспоминать, как во второй половине прошлого века операторы пытались запрограммировать компьютер на случайное генерирование точечных изображений или набора слов, или набора нот, напоминающих музыкальную мелодию. И тут уже не нужно говорить о недавно выпущенной программе, например, которая заведомо сгенерировала все возможные мелодии из всего набора высот темперированного строя фортепиано и всего набора традиционных длительностей, так что разработчики с гордостью объявили, что нет такой мелодии, которой их машина уже не сочинила. На нынешнем этапе дело генерирования искусства зашло гораздо дальше. Речь следует вести о таком классе компьютерных программ, которые стали имитировать различные исторические стили. Конечно, тут все еще можно говорить об авторе, точнее о коллективе авторов, которые прикладывают руку к созданию подобных программ. Это, безусловно, не просто компьютерщики-программисты, знакомые с музыкальной грамотой или с характерными чертами стилей изобразительных искусств, или же принципами рифмовки и ритмизации в поэзии, но это также и профессиональные музыканты, художники, писатели и поэты, музыковеды, искусствоведы, филологи, знатоки стилей в разных искусствах. Именно они рассчитывают алгоритмы, по которым компьютерная программа может сгенерировать музыку в стиле Моцарта, картину в стиле Поллока, стихотворение в стиле Маяковского. И тогда программа попадает в руки пользователя, и пользователь, настраивая определенные параметры, нажимает кнопку «Сгенерировать», то мы уже сталкиваемся с непростыми вопросами. Кого считать автором? И что это за форма коллективного творчества? Однако подобный тип программ не относится к числу самых продвинутых. В конце концов, с той или иной степенью компромисса авторство человека еще вполне определено. Но все меняется, когда программа настроена сама искать способы генерирования произведения искусства, когда в силу вступает именно искусственный интеллект. Так, компьютерщики уже давно заявили о том, что их детище научились, например, сами создавать видеоклипы на заданную музыку, что вполне допускает возможности самостоятельного генерирования всего произведения видеоискусства с нуля вместе с музыкой. То и дело, в научной сфере разгораются споры о том, что в рецензируемые научные журналы стали попадать статьи, сгенерированные компьютером и по лексике неотличимы от настоящих. В средствах же массовой информации компьютеру стали доверять роль журналиста, пишущего статьи на заданные злобой дня темы. Таким же образом легко допустить создание и литературных произведений, хотя бы, к примеру, популярных романов или детективов. Компьютер активно стремится войти в мир искусства. Но кажется, человек все же не до конца готов его еще пустить в эту сферу. Так, в терминологию современного искусства, благодаря технологиям искусственного интеллекта, вошло понятие «вычислительное искусство». Что это такое? Недавняя статья «Искусственный интеллект в современном искусстве» в интернет-журнале «Сколково» от июня 2020 года приводит следующие примеры. Среди простейших творческих практик, конечно же, упоминается использование программ, имитирующих стили. В частности, говорится о программах, которые могут сделать из любого изображения некие картины в стилях известных художников – Ван Гога, Моне, Сезанна, кубистов и прочих. Интересно, что создатели статьи в данном случае акцентируют внимание как на коллективности творчества при применении подобной технологии, так и на вопросе авторских прав. Является ли трансформированное таким образом изображение и дополненное чужеродными деталями новым произведением, или права автора принадлежат автору исходного изображения? Приводится в статье более интересный пример, когда на аукционе «Кристис» в 2018 году был продан портрет, распечатанный на холсте, который был полностью разработан компьютером, начиная с самого облика изображенного персонажа и кончая отбором результатов воплощения по критерию допустимости создания изображения человеком. Машина как бы сама себя спрашивала, создана ли картина человеком, и сама же на него отвечала, корректируя изображение до получения положительного ответа. Такая технология имеет название генеративно-состязательная сеть.
Но надо заметить, в данном случае компьютер все же в своем выборе опирался на предварительно загруженную в него базу портретов художников разных эпох. А конечный результат по художественным качествам не сопоставим даже со студенческими картинами. Очевидно, технология пока не доработана на должном уровне. Такое вот, как его стали называть, генеративное искусство. Еще один примечательный пример использования в творчестве искусственного интеллекта, обученного самим художником имитировать его собственности. Фактически компьютер выступает в роли полноправного сотрудника творческого цеха, напоминая о традициях старых мастеров поручать ряд деталей произведения выполнить своим ученикам. То есть с некоторой долей условности под такими картинами вполне можно было бы подписать в качестве соавтора компьютерную программу. Однако здесь творческим процессом все же руководит человек. Тем не менее, машина совершенствуется, машина учится, и уже разработчики программ на сегодняшний день представляют технологии, которые способны даже непрофессиональному пользователю преобразовывать даже каракули в произведения цифрового искусства. Тексты же, создаваемые компьютером, все улучшаются, поскольку компьютер учится, постоянно пополняя свою базу человеческих текстов для подражания естественному языку. Уже даже на международных конкурсах писателей новелла, созданная компьютером, успешно обошла 1500 людей и вышла в финал. На выставке в 2019 году в Екатеринбурге «Искусственный интеллект и диалог культур» были представлены варианты компьютерных реставраций утраченных частей античных фресок. В музыке же программы уже научились дописывать за композиторов начатые произведения в их же стиле. Пример – программа Continuator. Также эти программы могут синтезировать новую музыку, сообразуясь с набором любимых произведений пользователей. Например, программа Darwin Tunes. Любите Баха или Вагнера? Пожалуйста. Машина в кратчайшее время сгенерирует композиции в химерном баховско-вагнеровском стиле. Хотя, конечно, художественную идею, художественную выразительность вряд ли тут можно будет обнаружить. Скорее, такая технология подойдет для фоновой музыки и способна потеснить с рынка труда музыкальных дизайнеров и кинокомпозиторов, а также помочь авторам, которые потеряли вдохновение и не имеют времени на старательное обдумывание новых проектов. Но возникает вопрос, кто же в таком случае будет истинным автором? Тот же вопрос касается интерпретации произведений искусства, сформированных на основе базы прошлого. Например, кто будет являться исполнителем какого-нибудь произведения Баха, если компьютер будет выдавать интерпретацию, сливающую воедино стили игры Рихтера, Гульда и Юдина? И последнее. Одной из новинок технологий последнего времени является так называемая креативно-состязательная сеть. Эта технология позволяет не просто создавать произведение искусства в чем-то стиле, но, напротив, избегать имитации прежних стилей, создавать свой стиль. Аналогично это можно распространить и на способы организации инсталляции. Таким образом, машина здесь и вовсе имитирует мышление художника, его эвристическую направленность. А коллекционирование и учет стилей прошлого говорит о том, что в некотором смысле эта эвристика есть продукт уже не столько разработчиков программы, сколько коллективного творчества всех художников предшествующего времени. Ну, для завершения доклада я хотел показать избранные примеры такого творчества в изобразительном искусстве. Ну, они, наверное, может быть, не обязательно прям показательные, но все-таки интересно будет, наверное, посмотреть, как машина пытается творить по аналогии с человеком. Сейчас попробую идти. Вот, например, картины в таком необычном стиле, на мой взгляд. Я бы не сказал, что можно точно определить, есть ли какие-то стилистические прототипы. Но в целом, конечно, мы можем сказать, что да, абстракционизм, что-то вот подобное вроде. Ну, по крайней мере, тенденция к этому. Мы можем, конечно, достроить это как пейзажи, но не обязательно это будет... То есть это нам кажется. Может быть, это и все-таки не пейзажная форма. Есть вот такой вариант. Это, скорее, уже преобразование стиля известного художника. Ну, то, что мы можем условно называть в контексте идеи в контексте идей постмодернизма, да, что комбинация каких-то элементов из разных стилей, из разных эпох, из разных приемов.
Ну и вот такая вот композиция. Ну, тут все гораздо проще, но в то же время можно заметить, что мы не сможем разделить, различить, что сделал художник, а что, собственно, программа. В принципе, художник мог бы создать... Смотрела эту программу? Что это мы не можем заподозрить, что это именно сделал машина. Ну, вот такая вот граница, размывающаяся между творчеством человека, творчеством машины. Вот такая вот проблема современности существует. Новое произведение искусства будущего. Спасибо большое. Большое спасибо. Вам было очень интересно. У меня вот вопрос, если говорить о каких-то проблемах, то проблему я вижу в следующем. У нас уже 7,5 миллиардов. Причем из этих 7,5 миллиардов число людей, которые одержимы страстью производить нечто в слове или в музыке, или еще в каких-нибудь видах, примерно устойчиво. И это, в общем, хорошо известно. И сейчас уже обстоятельства таковы, что вот профессиональный там музыковед, открывая классик онлайн, выясняет для себя, что он знает, может быть, 10% композиторов, которые на этом классик онлайн существуют. Да? Я права? Вот. Если к этому прибавится еще столь же интенсивное машинное творчество, то количество художественной информации будет превышать человеческие возможности миллионы раз просто. Вот в этом, да, я такая вижу проблема есть, конечно. Информационный взрыв уже был отмечен следующим давно. Вот все искусство будет тоже. Все множится. Наверное, мы можем уже завершать, да, или есть какие-то вопросы? Спасибо. Наверное, тут можно как-то отключить. Я не знаю, как это сделать. Это, наверное, уже... Включать, да, компьютер, его потом загружать очень сложно. Дорогие наши коллеги, кто слушает нас в интернете, мы задержались на 15 минут с завершением утренней программы, и поэтому просим у вас извинения, на такие же 15 минут позже мы и начнем. То есть в 15 часов 15 минут.
Thank you.